агентов и позвольте нам от города Сестрорецка вручить образ Иверской иконы Божьей Матери со Святой горы Афон, освященная, ну и в память о наших паломнических походах с отцом Михаилом. Так что я надеюсь, что такой большой подарок, который Господь вот нам преподнес нашему городу, пятый храм в нашем городе, для нас это, конечно, большая и великая радость. Спасибо вам за ваше служение, за службу прекрасную, которую сегодня.